Здравствуйте, дорогие друзья! Хотим рассказать вам о нашей республике Казахстан, расположенной в самом сердце Евразии. Слово тюркского происхождения «казах» означает «свободный человек», а Казахстан – страна, которая исторически была населена свободолюбивыми кочевниками. Несмотря на то, что Республика Казахстан по территории занимает 9-е место в мире, для многих она остается неизвестной и загадочной страной. Даже самый заядлый путешественник откроет для себя в Казахстане много интересного и прекрасного. Горные вершины, покрытые снегом, обширные плоскогорья, глубокие реки, засушливые пустыни, бескрайние поля, покрытые цветами и девственные заповедные леса. Красоту природы Казахстана трудно описать словами. Покрытые ледниками горные цепи Тянь-Шаня, Тарбагатай и Алтая на юге, юго-востоке и западе страны сверкают белоснежными вершинами. На западе берега страны омывает Каспийское море, самое большое море-озеро в мире, а в степях Сарыарки расположилось озеро Балхаш, в одной части которого вода соленая, а в другой пресная. Множество живописнейших мест в Казахстане и в северном Казахстане. Здесь расположены сотни ледниковых озер, окруженных сосновыми барами Кокшетау. Незабываемые наскальные рисунки и скульптуры национального парка Баянаул, природный заповедник Куржалын, где можно увидеть более чем 300 видов растений и самую северную в мире колонию фламинго. Чтобы познакомиться с удивительными традициями, восхитительной природой, искусным сплетением древнего и современного, не обязательно стремиться объехать весь мир. Приезжайте в Казахстан. Здесь умеют встречать гостей, и вы почувствуете теплоту страны, находящейся в самом сердце Евразии. Здравствуйте! Меня зовут Вайдулин Бауржан Файзуллало. Я гражданин Республики Казахстан. Живу в городе Урал. Этот город является областным центром Западно-Казахстанской области. Это мой родной край. Я по профессии журналист, ну и пишу прозаические произведения, в том числе рассказы для детей. Как член Союза писателей Казахстана, я сегодня хочу прочитать для наших юных, маленьких читателей своих несколько рассказов. Первый рассказ называется «Маленький Карлсон». Папа Чингиза ездил в город Астану и привез сыну в подарок красивую рубашку. Белая рубашка с короткими рукавами с изображением забавного Карлсона из знаменитого мультфильма понравился Чингизу. Глядя на рисунок, где Карлсон на спине, которого вентилятор, летел по воздуху, улыбаясь и размахивая руками, мальчик помечтал: «Вот если бы я тоже мог так летать». Мысль об этом не давала Чингизу покоя, и он обратился к отцу, который смотрел телевизор. «Куке, я могу вам кое-что сказать?» «Говори, Шакентай, установите на моей спине вентилятор Калгу Карлсона. Что ты собираешься с ним делать?» «Когда мама пошлет меня в магазин, мигом слетаю. Потом буду приносить вам на работу обед. Затем еще, если вдруг заболеют дедушка и бабушка, я быстро прилечу и принесу им лекарства». Довольный словами и помыслами сына, отец улыбнулся и глубоко задумался.
Второй рассказ. Восстание игрушек. Как-то пятилетняя девочка Айнамкоз перестала ухаживать за игрушками, собирать их после игры, содержать их в целостности и сохранности. Всякий раз можно было видеть разбросанные везде игрушки. Однажды вечером они сильно обиделись на Айнамкоз и даже рассердились. Утром девочка, желая поиграть, вытащила из-под кровати лежавшего оленя покрытыми пятнами. Внезапно тот вытаращил глаза, упрямо склонил голову и направил ветвистые рога в сторону девочки. Он был ужасно сердит. Оттолкнув оленя, Айнамкоз схватилась за куклу. Ну и она, непричесанная, в грязном платье, с грустью в глазах, отвернулась от нее. Милый плющевый медвежонок тоже отмахнулся от приглашения Айнамкоз и потопал к укромному месту на манеже. Медвежонок обиделся из-за того, что Айнамкоз никогда не делилась сладостями, которые приносили ей гости. Она ела их сама. Очередь дошла и до всегда игривого, не знающего покоя мяча. Но на этот раз и он надулся от обиды так, что готов было лопнуть. Давно не мытый красный резиновый мяч, синие полоски, едва давно не мытый, едва Айнамкоз притронулась к нему, как тут же откатилась прочь. Так девочка пыталась удержать каждую игрушку, но все они были в обиде за небережные отношения. Даже цветные карандаши выразили недовольство хозяйки и не желали повиноваться. Айнамкоз сильно расстроилась и чуть не заплакала. В конце концов ей пришлось просить у игрушек свои извинения. С тех пор Айнамкоз старается ухаживать за игрушками и каждый раз после игры собирает их и аккуратно расставляет на свои места. Так? Третий рассказ называется «Велосипед». Летом в один из своих приездов в город дед купил велосипед для своего внука. Новый велик темно-красного цвета – мечта каждого мальчика. Всегда ухаживая за своим гнидым стригунком, наказывал старик внуку, отправляясь обратно в аул. Вскоре начались летние каникулы, и мальчик, полностью поглощенный играми, напрочь забыл о словах деда. Сначала на некоторых местах велосипеда осела уличная пыль. Потом после первого дождя брызги от луж образовали в местах крепления колес комочки грязи. Нередко велосипед после езды не ставили, а бросали на землю. И поэтому кое-где на раме отлетала краска. Вот таким образом темно-красный стригунок превратился в нечто пятнистые, грязные. Прошло около месяца, и когда дед по своим делам приехал обратно в город и увидел состояние велосипеда, то сильно огорчился. Однако его обида исчезла сразу же, когда внук, увидев его, бросил свой велик и подлетел к нему, как на крыльях, со словами: «Ура, дед мой приехал!» В тот день, вечером после ужина, отец мальчика в специальном месте во дворе принялся мыть свою автомашину. Заметив это, дед окликнул внука, который, как обычно, играл с друзьями. «Видишь, сынок,
твой отец приступил, видишь, сынок, твой отец приступил к мойке своего транспорта. И тебе следовало бы помыть велосипед. Жаль было бросать игру, но мальчик поборол себя и принялся мыть свой велик. Прошло немного времени, и стригунок послушного мальчика уже стоял рядом с железным тулпаром отца, сияя чистотой и опрятностью. Так, Джалайбек. Жаль было бросать игру, но мальчик поборол себя и принялся мыть свой велик. Прошло немного времени, и стригунок послушного мальчика уже стоял рядом с железным тулпаром отца, сияя чистотой и опрятностью. А теперь, дорогие ребята, предлагаем вам посмотреть мультфильм. На уступе дремучих гор, в окружении угрюмых туч, жил дракон, как гроза могуч. Он из чади темных сил жизнь и радость вокруг гасил. Только старость к нему пришла, стынет кровь, как в костре зола, тают силы за часом час, в бренном теле весь пыл угас. На печальном закате дней пролетевшая жизнь видней, и у старости в злом плену Айдахар вспоминал весну. Но последний все ближе срок, свита царская сбилась ног. Лиса у лекаря убьют поклон, лис как 10 чертей умен. Виден лису насквозь больной, это старость всему виной. Мощь вернет властелину вновь, как цветение, живая кровь. Рыбка билась, и вдруг скелет. 100 вопросов, один ответ. Станет снова скелет плотвой, лишь в заветной крови живой. Thank you.
цветение. Комар за ней, пусть стремится во след весне, дело гнусное по плечу, кровопийца сказал: лечу. Бьется рыбка, спасен дракон, прежней силой воспрянет он, вновь затмит над землею день, быть ненастью, грозе, беде. Разбились в прах, каплям крови олеть в цветах. Мчится птица в святом пылу, чтоб не дать повториться злу. Из всех примет легендарней приметы нет.
Людям ласточка век верна, и на крыльях ее весна.